Как ты до такого никогда думался, бля? Валера подсказал. Он, кстати, плакать закончил. А Валеры-то, кстати, нету ковра. Он делся. Это не тот Валера. Слышишь, Кирилл, а ты это, блять, не шаришь, короче, вот когда босс дает эту хуйню, блять, вспышку, у него таймер иногда сбивается, а иногда не сбивается вот этого сокрушительного говна егошнего, блять. Все, давайте суммонимся и поехали трофить. Я не слышал, что ты вот сказал, я все прослушал, у меня голова ватная, нихуя не соображаю. Короче, в два танка, говорят, можно танчить. Кого, ну, магика? Магика, да. Ну, в три, ладно, еще, ну, в два, нахуй. Не-не, типа, два на магике, один на трэш, да, в три, типа. А, ну, я знаю, что он. А, будем же мага взяли. О, Юль, ты тут? Да, что такое, Дик? Скажи, сколько у тебя СПД? Вот прям сейчас, СПД сколько? 3990. О, Биг Моми, это же ППАЛ. С ума не поехали. Я Кума еще медведь топовый. А теперь сколько? 3951. Минус получается сколько? 39? Бля, не может быть так мало. Сейчас опять 3990. Блин, что такое? Там что-то воткнул мне? Я расу сделал, типа, ну, что он как-то мало дает, ну, типа, другим. Пошли, ебаш. Я каски дал. Я могу танцы, типа, 4500. А, нет, не 4800. Ага. Так а что, мне танчить или что, Кирилл? Если да, то мне надо, ну, смотки с банка взять. Не, да, Настя с пятницы, будет я и, наверное, Никиту на майке на Верочку сыграем еще. Пизда? Ты нам на убаса дальше на груле уже будешь, да. Трэш потанчишь, что ли, мимо? Во. Трэш любимый, говорю, потанчишь, что ли. Не говорю, вот это нормально. На это, на кроля? Пропадаешь, Никит. В смысле пропадаю? Алло, алло. Сейчас нормально. Вообще, я проснулся, какой трэш, я там трэш должен трэш. Не ты, я трэш. Ты в хиле. Хуйлы эти бесконечные заебали, сука. Бегу, так нажми зеленку. Какая зеленка, я паладин. Ну так, блять, сделай нормального танка. Про товары. В Т5 ему хорош, ебать. За про товары плюсую. Просто два скилла нажал и полетел в койле, блять. На старт Т5 один хуй будет ДК сильный. Если реворка или кто нет. Это пару точек делают, и все. Реворк, ну пару точек, блять. Адель, я играл на протопале. Если протопала ты не было. Реворков играл. Кого ДК сильный, блять? Ну ДК нахуй, ну все нахуй, жатва нахуй сломается, блять, и кнопка нажимается не будет. Я, блять, про танка. Про танка. Это раз. Два, жатва никогда не сломает. Так все, сломали, кнопка не нажимается. Да попизди. Кстати, наоборот, ломали, что она нажималась во всех стойках, блядь, когда я играл месяца 4 назад. Никита, откуда у тебя протопал был на X2? Ебать, и правда, откуда это? Правильно, Юлька делала. У меня так-то и свой есть.
А ты танчить не хочешь, Рейли, блядь. На X2. Не, ну будь у меня тут протопал в Т5, может, я бы и подумал над этим. Ставь банк, Адель, я фласку тебе дам. Ну так надо. Кстати, начинать. Можешь брать сам. Создавай уже. Штуки. Куда я возьмешь? Не могу. Прокачь. Даже не вижу что-то. Давай работай. Не ебать. И в итоге Адель не первый сунул. А, да? Да. Прям так? Бомжемаг там, блядь, все где-то болтается под юбкой. Блядь, бомжемагом я был, когда еще 241-м был, как бы. 243-й, ебать, подрос. Акихиро, бойся нахуй. 245-й будет, это уже серьезная проблема. Конечно. Т4 мне одну, да, я уже больше него буду давать. Кстати, закрыл этот чи иконю. Так, короче, я первый начну, Войд второй, Настя, ты после Войда будешь забирать босса. Ну, Никита на трэше, по-моему, сейчас, секунду, нитки побыл. Будь здоров. Спасибо. Спасибо. Всем. Спасибо. Здравствуйте. Так, по меткам, короче. Спейси печенька, септик, крестик, маничелла полумесяц, Адель ромбик и серый потыкай штурсы. Ой, блин. Опа, я вижу все. Верни. Ебать. Санжира будем суманить? По-любому. Надо лапку, дайте лапку, друиды. А, ебать, тут так и херо нет? Нет, три мага. Кинги-кинги, бомжемаг и... Все, заходим внутрь и поехали. Я из чего, Валерчик? Что там, блядь? Синжура. Вообще Санжира. Да, давай мне. Что вы там делаете? Все, поехали. Да, на Кубе назначу. Сейчас после трэша. Типа, тебе вообще хилить надо, нет? Ну, что-то пока... Пока нет. Оп, халява.
Спасибо, Милхант. Я же просила. Кто спил, тот и съел. Десять секунд, давайте быстрее. Так, ты первый, вот второй, я третий, да? Ты меня вообще слышишь? Да. Ревностный был. Кубы быстрее прожали, кубы речи. Все, отлично, отпускайте. Подводи босса к демону. Ну, архимоном и тебе. Архимоном, поехали. Босса только клюем. И декурс не забывайте проклятие. Ой, Настя, забери босса. У тебя прожимка есть или каплю дать? Нормально, я из банда. Он мне таут писанул, вовремя из банда. Потерпи, Настя, одну секунду. Архимандов добивайте быстрее. Как паладин умер уже, блять? Напуливайте на босса. Быстрее архимандов убивайте. Рекурс. Кубы скоро уже будут. Брат, Настя забирай. Настя. Что, блять? Бэдли, дай БР. Приготовились кубы. Кубы прожали быстрее. Все, отлично, отпускайте, босс видите. Настя в центре, босс видите, потихоньку. Все, хорош, хорош, хорош. Ну вот, заберешь меня босса, поведешь под бес. По бесам дали его, я залили быстрее. Ну не знаю, что мне он пил. Написано. Ой, даже не в небес подошли. Ой, ты слышал? Да, да. Больше уедайте. Давай огни в небес. Набили бесов быстрее. Не успеваем переводить. Стопните босса, не бейте. Не бейте босса вообще, не трогайте. Как там прекращает портал, если перевести его? Да, блять, конечно, нахуй прекращает. Нихуя да. Оно не прекращает. Он разрушает. Я стаутил, забери обратно. А, все. Забери тогда с меня. Кубы быстрее, все отлично, пускайте. Прохимоном поехали. Босса не бейте. Ты после него забираешь. Потому что я забрал. Ты еще забираешь нахуй. Кто будет проебаться? Я тебе после
Да, опять. Последнего архимода добивайте, потом уже больше собирайте. Все, по боссу поехали. Переводим боссу. На край виду. И веди архимода сюда. Последнего тоже, который... Ну его, блядь, фернули. Ну и похуй. Блять, у меня есть банк не настакнен. Керуник проебал. Архимода добейте. А чё, блять, за хуйня? Тебя ж резали, что, опять сдохли, он не встал? Ну, я блинканул, я не знаю, что это. Кого? Я линканул в рейчат информацию. Ну это триагроз, по-моему. Дай БР по нему, Эдик. Геро, может? Кирилл. Гер, что? А? Ща. Ну там что-то так. У меня вопросы, почему у меня по боссу больше всего урона? Дяшем. Ну потому что я полбоя стою нахуй и переписываюсь. Не понял, уже полтора лямах было. Вот я сейчас таунт нажимал, у него было полтора ляма. Слышь, да, Кирилл, ты там же если выходят из портала... Мешки можете не идти, а остальное отказывайтесь. Ну, нихуя, а серый. Мы так вайпили, сука, переводили нахуй. Ну, я тоже думал, что он так работает. И как-то, хуёвся. Портал исчезает тогда, когда босс ярость Мактеридона дает, порталы разрушаются, у них на месте появляется лужа. Если в момент разрушения портала, типа, допустим, вышло два архимонда, то третий, четвертый уже не выйдут с лужи. Вот он еще. Вообще так на X2 было, тут я не знаю. Тут так же все. Всегда перевожу, Так должно. Ну да. А что меня убило два раза? Я так и не понял. Только на будущее, чтобы не делал больше. Что там, как мы будем на королях? Три танка? У меня показывает, что ты два раза от печати Максиридона сдох, пал. Ну, у меня там информация, типа, ближний бой, там, 26к вроде. Да его, блядь... информация, что ты от печати Максиридона умер два раза. Сейчас глянем. Его архидемон разъебывал, никакая не печать.
Его архидемон разъебал. Он просто срывал их. Ну я второй раз старался не бить, типа, не печать, врываться. Печать Мактеридона, она вот вешается на палов у них, потому что мана есть. Она по нему 2000 тикает. Не, пропустил до конца, да, там 29 тысяч. Да, архидемон. И второй раз 19 архидемон. Да, его просто архидемон разъебывает. Ну ты понимаешь, что такое агро паладин? Ну я второй раз почти не бил. Не знаю. Может он как раз вышел и буря крутанулась. Ну, бывает. Если ты, короче, не месяц в Вовку играешь, ты должен это понимать. А то бывают челики. Сегодня, блядь, добиться не мог. 15 минут челиков заставлял 2 хапала частицу на одного танка кинуть, блядь. Я заебался просто. Кричу, блядь, хапалы, киньте, блядь, на этого танка 2 частицы. Один хапал засирается, говорит, блядь, моя частица на нем, говорит, ебаный в рот. Второй молчит, сидит. Вайп нахуй. Я говорю, ебаный в рот. Ты говорит, нахуй ты на меня орешь, говорит, ебать. На Феву хапало 2 частицы. Даже в какой-то мере там в одном спеке может талант взять, даже, блядь, 3. Это вообще хапало, конечно. В каком-то спеке, говорит. Ну, а не что, в Фредрике, наверное? Нет, да там веточка палата в конце. Давай. Только ты быстро не лети, у меня маунт медленный. Ну, я постараюсь. Да стоп. Короче, четкие эти. Кирилл, Кирилл.